представляем вам детскую прогулочную кресло-коляску H031 для детей с ДЦП. Спинка с регулируемым углом наклона, съемный столик, защитный капюшон и водоотталкивающий материал обивки специально разработаны для длительных прогулок с ребенком на улице. Сиденье и подголовник снабжены фиксирующими тело абдукторами. Рама изготовлена из металла с хромовым покрытием и складывается по длине без использования инструментов. Благодаря этому хранение и транспортировка кресла-коляски не вызывают проблем. Сиденье и спинка изготовлены из дышащей, водоотталкивающей нейлоновой ткани. Угол наклона спинки варьируется в пределах от 75 до 90 градусов. Настраиваясь в нужном положении с помощью металлической планки, установленной в рельсе, и фиксируясь винтом барашка. Коляска H032 предусматривает высокую степень безопасности сидящего в ней ребенка. Модель оборудована плечевыми и тазобедренными ремнями безопасности с регулируемым натяжением и мягкими вставками. Подголовник-абдуктор на спинке кресла и мягкий абдуктор на сиденье надежно фиксируют положение тела. Все абдукторы крепятся на липучках и при необходимости снимаются с конструкции. Подножка с единой опорой регулируется по высоте и при необходимости снимается с конструкции. Для комфортной длительной прогулки в любую погоду кресло-коляска оснащена водонепроницаемым капюшоном и устойчивым съемным столиком для игр или приема пищи. Пластиковый столик устанавливается на дополнительные металлические трубки, расположенные по обеим сторонам кресла. С левой и с правой стороны кресло-коляска оснащена стояночными тормозами, которые приводятся в действие центральной ножной педалью. Задние колеса укомплектованы пневматическими шинами. Передние колеса литые.